Теперь качественные продукты по выгодным ценам можно купить и в районе Краснодарского кольца. Торговые ряды рынка «Авангард» пополнили товары от местных производителей. Профиль ярмарки – сельхозпродукция кубанских предприятий. Такой же формат, что уже у привычных и полюбившихся сочинцам ярмарок привозов. Главный плюс – продукты здесь всегда свежие. Мясо, колбаса, молочные продукты, овощи, фрукты, разного рода сладости, конфеты, печенье и даже саженцы и плодовые деревья. Все это можно найти в одном месте. У нас цены здесь на 15-20% ниже центрального рынка. Ну и хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, приглашать к нам сюда на ярмарку сельхозпроизводителей Кубани, наших производителей, значит, не только, и предприниматели города Сочи, так как они налоги у нас оставляют в городе. Поддержка кубанских производителей – одна из задач, которую решает новая ярмарка «Привоз», что особенно актуально в непростой экономической ситуации. Для покупателей же словосочетание «кубанский производитель» – это не просто слова, а гарантия качества. Ведь местные товары уже давно зарекомендовали себя как экологически чистые. Торговать здесь будут с четверга по воскресенье с 8 утра до 8 вечера, до 31 декабря. Продолжить свою работу ярмарка уже после новогодних праздников, с 4 января. Ярмарка приглашает для сотрудничества местных производителей, а покупателей за продуктами высокого качества. Ярмарка «Привоз» находится на рынке «Авангард», въезд через 5-е ворота. Кстати, в планах руководителей «Привоза» в будущем продлить до сюда один из автобусных маршрутов. Добраться до рынка можно и на личном автомобиле, оставив машину на специально организованной парковке.